Привет, друзья! Решил сегодня поехать и показать вам еще одну смотровую площадку в районе аэропорта Франкфурт. Называется Цеппелинхайм. Это, вероятно, город небольшой, привязанный. Ну и Изенбург называется, Цеппелинхайм. Дороги все перегружены, везде штау, пробки. Ну, я думаю, доедем, уже, в принципе, недалеко осталось. Погода вообще никакая. 16 мая сегодня 2019 года, а погода вообще никакая. Холодно, ветер. Вообще не похоже даже на майскую погоду. Май всегда был жаркий, теплый, а тут никакой. Ну, ничего, это не изменяет нашего настроя. Настрой позитивный, как всегда. Вперед из песней. Пробьемся. Будем показывать вам, как садятся самолеты в одном из самых больших аэропортов нашей планеты. Вон самолетики стоят, уже видно, они стоят. Разрисованный красивый самолетик. Ну, я, наверное, пока сейчас выключусь. Неудобно ехать абсолютно с камерой в руках. Включусь, как пойду уже на стоянку. Привет. Добрался, я не знаю, заехал в лес. Навигатор ведет немножко не в ту сторону. Вот тут увидел, вон, смотрите, сколько деток. Похоже, все оттуда с той стороны. Но по звуку. По звуку раздающемуся. Я думаю, что я на правильном пути. Я вот потихонечку преодолеваю это расстояние. Сумасшедшее расстояние, конечно, пешком. Как быстро отвыкаешь ходить пешком. Машина всегда под задницей. Ну вот потихонечку. Вот. Добираюсь до этого мостика. Это пешеходный мост через пятый автобан.
И тут на мосту велосипедисты как сумасшедшие. Смотрите, вон пошел на взлет. Тут, конечно, зрелище потрясающее. Вот автобаном. Такое впечатление, что они в тебя все едут. Прохладный ветерок такой обдувает. Долго я тут не задержусь. Ну, попробую поснимать, может быть, удастся что-то запечатлеть.
фотографы находятся. И, по-моему, их целью является большой этот гигант А380. Он как раз заруливает на взлетную полосу. Сейчас, вероятно, будет взлетать. Посмотрим. Красавец едет, посмотрите какой, везут его, вернее, кондор. Airbus. Похоже, не 380-й пошел, а просто 747-й, наверное, Боинг. О, как резво пошел наверх. Красавчик. Пошел он на взлет. Он и дальше отъехал, больше разгоняется, походу. Боинг. Головастик.
южноафриканский самолет. South African. Тоже красиво разрисован. Достаточно посмотрели. Вроде бы ничего необычного, но прикольно. А тут посмотрите, какое движение. Это нереально вообще. Раз, два, три, четыре, пять полос. Люди как муравьи, куда-то им надо. Вроде такой движняк, а переходишь через мостик, тишина, лес, травка, деревья. Вот действительно, как будто реально ты в лес попал. И лес такой, как вот у нас, российский, лиственный. Тут вообще мало лиственных деревьев, в основном хвойные. А воздух какой, непередающийся. Свежий такой, еще морозец немножко, прохладно. Ну я надеюсь, вам понравилось, надеюсь. Посмотрим, поставлю, попробую. Ну монтировать я не люблю, честно говорю. Так немножко отрезаю, обрезаю, что не нужно. Да и времени нет. Ну поставлю. Если хотите что-то интересное, спрашивайте. Возможно, буду в этих краях. Засниму. Поставлю, покажу вам, как в Германии люди живут. А то из ваших телевизоров, из ваших наших телевизоров, зомбоящиков, показывают только одно говно. Нормально тут люди живут. Нормально, достойно. Радуются все. Ну, везде, наверное, тяжело. Везде, говорят, хорошо, где нас нет. Но здесь, по крайней мере, справедливость. И закон торжествует. Нету беспредела такого. Взятки не берут. Никогда у вас полицейский не возьмет деньги. Вы нарушили, вы будете отвечать. Никогда он у вас деньги не возьмет. Ну, как говорится, никогда не говори никогда. Может, кто-то и берет, может, кто-то сверху берет. Может, не те деньги, которые дают. Ну, по крайней мере, ни от кого я еще не слышал, что полицейские берут деньги. Какой-то фотограф, он то туда, то сюда бегает, что-то мечется. Увидел, наверное, у него планшет, он, наверное, смотрит, когда какие самолеты взлетают. Если увидит что-то интересное, бежит, как сумасшедший, фотографировать ему надо. Ну, наверное, он от редакции, я не думаю, что он ради своих интересов так будет бегать, попу рвать, как говорят. Наверное, за что-то ему заплатили, дали какое-то задание, Auftrag по-немецки. Auftrag erteilt. Дали задание. Окей, у меня судьба занесла работать
с авиагрузами, грузоперевозками отправляем, получаем груз по всему миру. Так что если у кого-то есть желание отправить что-то куда-то на самолете быстро, ну, в принципе, не совсем дешево, но зато быстро, очень быстро, с любой страны вы получаете, буквально можете за неделю получить ваш груз. Если вам что-то нужно, обращайтесь, пишите. Организуем у нашей фирмы 180 филиалов по всему миру. В каждом аэропорту наш есть представитель. Свои агенты везде, свои филиалы, как говорится. Если надо, обращайтесь. Пошлем вам. Пока-пока. Ставьте лайки. Всем добра.